Бог убрал из твоей жизни тех, кого ты считал близким, потому что он слышал те разговоры, которые ты не слышал. Люди, которые воспринимают все близко к сердцу, больше способны любить искренне. Жизнь ломает сильно, ведь она знает, что они поднимутся. Тот, кто пережил много горя, многое потерял и не сдался, и продолжает жить. Истинный воин –